Добрый день, друзья! Сегодня мы пришли к одному из финальных мест для оформления легального проживания на территории Греческой Республики. Это центр по обслуживанию мигрантов. Ну, если так по-нашему, то АВИР, наверное, МВД, как это сейчас, миграционная служба. Значит, этот центр обслуживает центральную Аттику. Соответственно, если вы проживаете на территории Афин, и у вас есть документальное подтверждение этому, то вы должны прибыть в этот центр. Позже я укажу в описании адрес этого центра, расскажу, как добраться. Итак, когда вы имеете на руках греческий АФИМИ, аналог нашего ННН, открыли счет в греческом банке и взяли справку о наличии средств на этом счете, когда вы купили медицинскую страховку греческую, напоминаю еще раз, что российская туристическая страховка вам здесь абсолютно никак не поможет, и она бесполезна. А когда вы подтвердили место своего проживания договором аренды жилья или гарантийным письмом от того, кто вас пустил проживать, ну, в частности, у нас есть квартира, поэтому есть Эпсилон Инья, это документ, подтверждающий право собственности на эту квартиру. Когда вы сфотографировались и записали свои фотографии на компакт-диск, сняли ксерокопию всех страниц своего паспорта. Если я что-то упущу сейчас в этом устном перечне, то это будет указано в описании внизу. Вы приходите в этот центр. Не сделайте ошибки, не идите вот сюда, в красивые такие ворота, а идите вот в тот неприметный вход, где толпятся люди. Приходить сюда нужно, по крайней мере сейчас, в период пандемии, по предварительной записи. Запись осуществляется по электронной почте, вам выдадут время и код для посещения. Ну и стоите в очереди. Не знаю, как дела будут обстоять, когда границы будут полностью открыты и ограничения сняты, но сейчас задержка между назначенным временем и временем входа в помещение составляет где-то 20-30 минут. Когда вы подадите все документы, получите заветную справку, которую расскажу позже. Где находимся? Да, из забытых документов еще не забыть нужно оплатить паравола. Тоже показывали, как паравола получить. И показывали, как его нужно оплатить. Ну, в общем, время ожидания в очереди сейчас, во время пандемии, составляет где-то полчаса. Ну и также полчаса вы где-то потратите на то, чтобы подать документы. Знания языка греческого требуются минимальные. Если что-то пошло не так, можно воспользоваться переводчиком. Также здесь можно и перефотографироваться быстро, ксерокопии какие-то снять. Не знаю, какие цены, у нас все готово было заранее. Место, конечно, не из самых приятных. Приготовьтесь к этому впечатлению нехорошему. Но по результату через 2 месяца-полгода вы получите вид на жительство. Сейчас, после первого посещения, дастся справка. Будет выдана справка в случае того, если все документы сделаны правильно, об ожидании вида на жительство, который уже дает возможность устраиваться на работу, если у вас студенческая виза, либо находиться в стране до истечения вида на жительство.